Здравствуйте! В эфире передача «Шаптезиля». Каждую субботу и каждое воскресенье я и мои гости анализируем события ушедшей недели. Сегодня гость передачи — эксперт по безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Валерий Остолеп. Господин Остолеп, добро пожаловать на «Шаптезиля». Приветствую вас. Пожалуй, начну с менее серьезной вопрос, но все-таки я хочу вам задать этот вопрос. Господин Остолеп, вы присутствуете в социальной сети TikTok? Да. А слышали вы, что его могут запретить и в ЕС после Соединенных Штатов Америки? Да, конечно, слышал. А что вы думаете об этом решении? Вот TikTok у нас в Молдавии, она платформа, которая влияет на мышление молдаван, да или нет? Ну, во-первых, о том, что США, Евросоюз и Китай много чего не могут поделить сейчас в мире, я думаю, все разумные люди видят, потому что понимают, да, видят. Там много инструментов борьбы, много сфер, которые они борются. И вот эта платформа – это одна из многих-многих проблем, вокруг которой происходят битвы. Значит, там долго много объяснять, и думаю, что нашим телезрителям прямо интересно, но в частности и ЕС, следом за США, считает, что так как они не могут контролировать эту социальную сеть, да, она является инструментом продвижения разных идей, которые им нравятся, не нравятся, но они не могут это контролировать. И поэтому они идут по пути запрета. Значит, США, насколько я знаю, уже принято решение, не знаю, как с практической точки зрения пока это работает там, но Евросоюз следом за ними, значит, собирается это сделать. Что касается Молдавии, то, насколько я разбираюсь, есть определенный интерес к этой социальной сети у людей, просто продвигающих себя, показывающих в прямом смысле во всех отношениях, во всех ракурсах. На Молдавии это приобрело в силу специфики нашего национального характера. Местами такой клоунский, значит, характер. Наверное, те, кто смотрит TikTok, то понимают, о чем я говорю. Там люди обмазывают себя разными красками и так далее. Они какие-то деньги зарабатывают. Окей, я лично в этом не вижу никакой проблемы. Имею в виду, что у нас в политике происходят дела похуже, чем то, что я вижу. Да, то есть примитивизм людей, которые этим занимаются за какие-то копейки, я вижу за большие деньги в молдавской политике. Поэтому это меня не сильно смущает. Другое дело, сейчас, наверное, вы меня поэтому, собственно говоря, и спросили. Другое дело, насколько эта социальная сеть имеет влияние с политической точки зрения и беспокоит наши власти. Скорее всего, вас это интересует. И я не зря вам начал отвечать подобным образом. Власть не TikTok интересует, и не деградация там, и не то, что там девочки как-то там танцуют, или мальчики участвуют в каких-то конкурсах. А что интересует? Власть интересует, что они не могут контролировать Telegram и TikTok, где ты можешь записать все, что угодно, в отличие от Facebook, который они частично могут контролировать, в отличие от телевидения, которое они могут закрывать. То есть пока что TikTok и Telegram для нашей власти не подвластен. И именно поэтому он вызывает не только интерес, а уже в публичном пространстве мы слышим от разных пропагандистов власти, что надо с этим что-то думать, надо заканчивать и все такое. Ну, это просто как инструмент, который им не подвластен. И более того, да, нужно признать, что TikTok в Молдавии и Telegram выиграли все-таки люди с оппозиционной точки зрения. То есть нужно признать, что проправительственные сообщения в социальных сетях подобного рода у нас не популярны. Вот популярны как раз такие более скандальные, вот какие антиправительственные. И вот поэтому, конечно... Но есть и министры, у которых, которые есть, присутствуют в TikTok. Нет, то, что у них есть TikTok, не означает, что их кто-то смотрит или над ними не издевается. Я говорю именно о том, что влияние, в принципе, выиграло антиправительство. Такая точка зрения. Я с улыбкой смотрю на это, потому что да, можно запретить этот TikTok в Молдавии, запретить. Я не знаю, как это возможно с технической точки зрения. Могут они там бороться с Телеграмом, но люди все равно, это как законы физики. Есть отрицательная энергия. Это как пытаться сесть на крышку кастрюли, которая закипает. Но это недолго. Рано или поздно сорвет и крышку, и тот, кто на нее пытается сесть. Да? Поэтому, ну, не Телеграм, так что-то другое. Не TikTok, так что-то другое. Лично я присутствую там, не могу сказать, что я прям такой
такой прям активный. Вот после передачи с вами, может быть, будет какая-то нарезка, если будет что-то смешное. Вот в таком плане, не больше, чем это. Но совершенно ясно, что для людей TikTok и Telegram стал реальной альтернативой, значит, провластной точки зрения. Выборы в Европарламент в июне. Господин Астолеп, я хочу узнать, и наши телезрители тоже, ваше мнение, насколько изменится политическая ситуация в законодательном органе ЕС, если изменится, конечно. Я отвечу более широко на ваш вопрос. Я думаю, что большинство европейских государств, они сильно устали от, заметьте, я говорю не политиков, а государств, то есть населения. Они сильно устали от довольно чуждой и непонятной им политики, которая уже все меньше и меньше связана с реальностью, с тем, что люди видят каждый день, а их интересует проблема с миграцией, которая очень много это беспокоит. Людей интересуют экономические проблемы, которые не решаются, а только усугубляются. Людей интересует безопасность, которой все меньше, и никто ничего внятного не предлагает, что с этим делать. И еще много-много других вопросов, которые сегодняшние политические власти Евросоюза, они игнорируют, люди это чувствуют, и поэтому возникает потребность в политиках, которые больше будут заниматься своей страной, нежели можете так назвать, потому что это в принципе так, и которые будут больше обращать внимание на нужды и проблемы местного населения, нежели на какие-то глобальные геополитические вопросы. Вот такой запрос там есть. И в этом смысле я думаю, что не только выборы в Европарламент, о которых вы спрашиваете, но и национальные в разных государствах просто будут, все чаще будут приходить политики такого толка, которые, конечно, будет менять картину, ну, как минимум, и в Евросоюзе, и вокруг Евросоюза. Да, я уже, конечно, не могу тут сильно высказываться. Я не член Евросоюза как гражданин, у меня нет отношений к этой структуре, хотя я там часто бываю по своим делам и вижу, я разговариваю с людьми, и, конечно, у меня тоже складывается свое впечатление о происходящем. Но это абсолютно очевидно, что у людей все больше складывается впечатление, что существует какая-то отдельная политика Евросоюза, и вот существуют их ежедневные проблемы. Что-то наподобие того, что есть у нас, что это проецируется, да? То есть мы живем своей жизнью, власти живут своей жизнью. У них там свои войны, они дерутся где-то там в космосе, они участвуют в космических каких-то проектах. Мы же на Земле видим совершенно другое. Поэтому думаю, что выборы в Европарламент изменят и картину политики, и сообщений, которые уже дальше будут продвигаться. Ну и, возможно, даже сама политика Евросоюза может поменяться. Что происходит в Грузии? Вот эти протесты против этого закона об иностранных агентах и вообще, что вы думаете об этом законе? Знаете, я очень осторожен, когда я комментирую внутренние события какого-то государства. Ну, не то, чтобы я в этом не разбирался, но я очень осторожен в плане того, насколько мы, не вы, вы как журналист задаете справедливый вопрос, но в каждом отдельном случае в государстве там нужно, чтобы говорили люди, которые там проживают. Но если чисто теоретически, то для меня, это мое индивидуальное мнение, для меня понятно, что геополитическая борьба, которая нисколько не утихает, и борьба между основными игроками в мире сегодня, это США, Китай, Россия, Евросоюз, она не утихает. И в этом смысле в разных местах, это для тех, кто любит историю, это было в свое время, мы уже это все проходили, в начале 80-х, когда боролся Советский Союз и США везде. Вот везде, где они только могли. Наносили какой-то себе друг другу ущерб, как правило, в странах Африки или в странах третьего мира. Значит, какие-то постоянные там провокации, что случалось, то госпереворот, то вашим, то нашим. Вот это вот все было, то арабский мир, то... Что-то наподобие этого и по стилю, и по операциям, и даже по словам, которые при этом используются, и по лозунгам, я сейчас наблюдаю в мире. То есть в одном месте идет раздражение, в другом, вот везде, вокруг, как-то они друг друга, как только начинается прогресс у одной из сторон, тут же включается другое. Поэтому то, что происходит в Грузии, напомню, как и Молдавия, значит, Грузия – это кандидат в ЕС. И, конечно, я со смехом наблюдаю за заявлениями многих европейских чиновников, которые в одном случае категорически, значит, молчат, когда применяется сила. Вот молчат, ничего, это нормально, это борьба за демократию, это так можно. Например, 7 апреля в Молдавии.
Так. И сейчас, когда, не дай бог, это я практически цитирую одного из высокопоставленных европейских чиновников, не дай бог, чтобы была применена сила, потому что право на мирный протест гарантировано, ну и так далее, и тому подобное. То есть я, ну, двойные стандарты, просто они сейчас во всем мире настолько превратились в обыденность, что, ну, уже даже не смешно, если честно. То есть все они даже не скрывают. Когда мне удобно, то это будет так, когда неудобно, будет наоборот. И, ну, лично для меня, конечно, то, что происходит сейчас в Грузии, показывает, насколько сильны все-таки позиции, назовем так, это будет очень такой щепетильный ответ с моей стороны, но умные люди меня поймут. Насколько сильны позиции неправительственных, негосударственных структур в разных местах бывшего Советского Союза. Вот когда... Можно вот и так. И ничего, кстати, Евросоюз там, ну, те, кто могут смотреть в прямом эфире, что происходит в Грузии, ну, там мирными протестами, на мой взгляд, так, это спорно, это можно назвать. Но при этом это поддерживается открыто, прям никто не скрывает, что это поддерживается. Чем это закончится? Господин Асталев, вот вы говорили про эти раздражения, тут раздражения, там. Вот эти раздражения, региональные конфликты, они могут перерасти в чем-то больше? Это все зависит от участников, все зависит от тех, кто слабее, кто сильнее. Как показывает история, то каждый раз те, кто такое организовывает, они никогда не останавливаются на достигнутом, то есть все должно идти дальше. Чем закончится ситуация в Грузии, честное слово говорю, я понятия не имею, потому что у власти есть своя точка зрения, они должны додавливать этот закон. Но они так говорят, я не говорю про себя, у меня нет мнения на эту тему. Да. Все зашло слишком далеко, если они согласятся на такие методы продвижения своих интересов, то есть если получится, что вот так, выходя на улицу и делая то, что они делают, называя это мирными протестами, то так можно, но, значит, там уже недалеко до потери власти. Поэтому они там схлестнулись не на шутку. Я сам с любопытством буду смотреть, чем это закончится. Но еще раз подчеркиваю, это показывает, насколько в разных государствах бывшего Советского Союза неправительственные организации могут настолько сильно влиять на политику и на результаты. Это очень серьезно. А в США Трамп или все-таки Байден? Я предпочитаю все-таки не... Вот именно на эту тему не особо говорить. Это должны решать американцы. Гадать здесь не имеет смысла. Могу лишь сказать, что независимо от того, кто там будет президентом, безусловно, определенные изменения я ожидаю в этом году. Это безусловно. И у нас в стране? Ну, у нас в стране я не вижу прямой связи, хотя она во многих случаях кем-то просматривается. Для нашей страны вот эти события, которые вы меня спрашиваете, эффект будет в следующем году во время парламентских. Вот это да. На этих президентских совершенно другие факторы будут влиять. Далеко не то, что будет в США или что будет на парламентских. На наши мероприятия здесь этой осенью будет влиять активность или пассивность оппонентов Санду. Потому что, с одной стороны, у нас есть сегодня четко определившийся кандидат справа, у которой нет альтернативы никакой. То есть справа я больше не вижу кандидатов, которые собираются честно бороться за должность президента, кроме Санду. По центру и слева я вижу человек 20. У каждого по 1.5%. Будет интересно. Да, и которые вместе взяты, в принципе, могли бы выдвинуть одного кандидата, который выиграл бы у Санду в первом туре. Но они не выдвигают. Да, не совершенно выдвигает верно. Единый кандидат, все сказали, все партии сказали, ну, что это они очевидно, не будут. Ну, это очевидно, да. Почему при такой общей антипатии и, в принципе, запросу в нашем обществе существует запрос на смену Санду? Да, это невозможно оспаривать, что есть критическое большинство вот в стране, которое вот мы чувствуем атмосферу, что есть поддержка Санду, есть и недовольные, типа, да, но большинство за Санду. Такую ситуацию на стране нет. Большинство хотели бы, чтобы сменилось не только Санду, но то, что спас там покончено, это мы уже все прекрасно понимаем. Речь о том, что сколько им там осталось. Но вот именно по президентским складывается ситуация, когда все необходимые факторы на руках есть.
самый большой антирейтинг за всю историю. Ни одного политика в истории Молдовы не было такого антирейтинга, как у Санду сегодня. Никогда еще, наверное, не было такого запроса на смену. Да? Вот невозможно там дышать, и настолько сложно уже дальше жить в такой атмосфере, которую создал ПАС сейчас во главе с Санду. Но при этом, повторяю, здесь 20 кандидатов. В силу местечковости, провинциальности, глупости, недалекости, в силу того, что они между собой когда-то все такой политический инцест перессорились, там они не могут смотреть друг на друга. Папа всему этому, это, конечно, Дадон, который умудрился всех рассорить между собой. Это в основном из-за него вся проблема. Но что если его убрать из этой, и я об этом постоянно говорю, что его нужно выкидывать из политики вместе с социалистами, потому что они настолько токсично вот держат, что вокруг никто не может нормально собраться. И как только, я думаю, что это последний раз в истории, когда как-то и фигура Дадона, и социалистов как-то еще мелькают, но на данный момент они являются таким важным тормозящим фактором, который мешает вот другим объединяться. Я все еще считаю, что появятся фигуры, которые при грамотной стратегии могли бы намного быстрее это сделать, но чтобы наши телезрители понимали, те кандидаты, которые уже существуют, помимо тех 20 названных, они, конечно, партизанят. Видя методы власти, партизанят, то есть они оттягивают максимально близко к финишу свое появление, потому что они понимают, что тут же на них посыпется и СИБ, и полиция, и уголовные все, дела, да, и все, что хотите, то совсем уже все привыкли. А вот вы говорили, что на правом фланге, да, нету альтернативы. А как вы думаете, вот сейчас появился этот Тудор Ульяновский, появился этот блок МПРУНа из этих четырех партий, они же проевропейцы, у них шансов нет? Вы чувствуете, что эти люди реально собираются бороться, или это просто куклы, которые имитируют такую мягкую массажную борьбу? Они же даже сами не заявляют. Вот смотрите, я почему всегда очень много лет смеюсь, когда кто-то мне пытается приписывать к политике. Почему я смеюсь? То, что если бы я лично хотел заниматься политикой, это не конспиративная какая-то ситуация. Ты об этом заявляешь, что я хочу заниматься политикой, убеждать вас, что вы мне отдали свои голоса, чтобы я получил власть, чтобы и дальше ты объясняешь, что, чтобы что, правильно? Поэтому политика не является какой-то скрытой, подпольной какой-то вот этой глупости. Для того, чтобы ты занимался политикой, то есть шиты, внятные формы, как это делать. Так вот, я таким образом объясняю, вот эти четверо, скажу, мне сейчас сложно будет всех там вспомнить. Во-первых, большинство из них как-то не первый год в молдавской политике. Бужорян, Глигур, Монтану и Плангел. Да, но они не первый год в политике. Нет. Да. Они что, вышли и сказали, что главная проблема в нашей стране, мы видим, что? Раз, два, три, и мы собираемся, значит, выдвигать своего кандидата, чтобы он сместил Санду для того, чтобы... Вы такое слышали? Мяу, циу, кы, вот амуш, якаиша, интегральропяна, пакт, пентру, Европа, ну, не мину требос монополии зе, за месяц двухстраничный документ, который они написали, такую чепуху там. Это. Вот вы они, видели это? Ну, конечно, вот они сидят там, что-то ноют, но вот во всем это нытье. Вы видите очень простое заявление, о котором я сейчас говорю. Мы считаем, что одна из проблем для дальнейшего, дальше пусть выбирают себе какие-нибудь там лозунги, развития Молдавии, интеграции, пусть говорят, что хотят, да, без толку. Но для этого мы собираемся выдвинуть своего кандидата, который бескомпромиссно сместит Майю Санду. Вы слышали такое? Ну, конечно, мы уже сведем, да? То есть эти люди собираются быть альтернативой, но они не собираются, во-первых. Все, что они собираются, это вот так, значит, вспоминать в подконтрольных власти студиях, как виноваты какие-то люди среднего масштаба, о которых никто и не помнит, по большому счету. У них всегда виноваты какие-то фигуры, которые мы должны с вами вспоминать, а потом понимать, а при чем здесь эти люди? То есть они никогда не критикуют честно и справедливо власть. Вот вы, когда я у вас в студии бываю, вы можете за мной заподозрить, что я боюсь эту власть, или я вот боюсь какую-то тему назвать по имени? Я что думаю, то и говорю. Желательно, чтобы я подкреплял это фактами. Но меня сложно заподозрить, что я кокетничаю с Майей Санду или с ПАС. Правда? Или с Дадоном, или с любым другим. Потому что я фигура не заинтересована. Я здесь живу. Мой единственный интерес, чтобы у меня было качественное обслуживание со стороны власти. Они мне никакие не хозяева. Они никто для меня. Это желательно мы, как люди, которые мы платим все налоги, чтобы они качественно и быстро слушали, что мы говорим.
Это не он мне должен указывать, а меня слушать и вас, потому что это мы платим. Что мы говорим, они должны быстро исполнять. А не приходить к вам в студии и рассказывать, что русская пропаганда, а вот тот вообще агент, а вот тот, потому что у человека другое мнение, он не согласен с тем, что они делают. И я неделю назад, получается, видел, как появляются журналисты, пропагандисты власти, которые вместо того, чтобы обсуждать роль министра юстиции, что случилось с генеральным прокурором, вот этот весь концерт, что до сих пор они не могут его, вместо того, чтобы объяснить четко, что случилось с судьями, вот то, что мы перед передачей с вами говорили, да, о апелляционном суде, 11 или 12 17. Судей, 17 судей, значит, подали в отставку. Ясно, что до сих пор, что было в Верховном суде, теперь спроецируется на апелляционный суд. То есть полностью будет парализовано, я не могу себе представить, насколько пока что. За это никто не берет ответственность. Зато выходят журналисты, пропагандисты власти. Это бесспорно, это никто не собирается оспаривать, что это пропагандисты власти, на деньги какой-то международной организации, и начинают нам рассказывать, что проблема в юстиции – это из-за какого-то бывшего офицера СИБ, который еще с другим офицером СИБ что-то там сделал. При этом они настолько путаются в показаниях, что прокуроры, которые там присутствуют, спрашивают: «Ну подождите, вы врете, этого не было». И их ловят на месте. Ну, вы нас неправильно поняли. То есть открытая ложь, и целую страну они пытаются увести в сторону двух офицеров СИБ, которых выбрали для дискредитации, потому что наверняка эти люди еще и занимались такими же пропагандистами, как и они, поэтому личные уже счеты. Так вот, ни слова про роль министра юстиции, ни слова про ситуацию с генеральным прокурором, ни слова про судебную систему. Дают нам это вот два офицера СИБ где-то там. И это, повторяюсь, публично. А вот эти два офицера СИБ, о которых они нам рассказывают, что это из-за них провалилась судебная система, это вызывает смех. А они сами по себе были, да? То есть это они двое руководят страной? Здесь министров нету, политического руководства нет. Хорошо, давайте пойдем по вашему пути. А где тогда президент был все это время? А где были все другие органы, которые у нас отвечают? Если это... Ну, это просто смешно, я утрирую, конечно, как могут два офицера СИБ, которые еще перепутаны сами, они там и фамилию боятся назвать, и, как они могут руководить государством, и вся проблема в юстиции, вся, потому что об этом идет речь, вся проблема юстиции за двух офицеров СИБ. При этом же сам СИБ, который ежедневно практически мелькает в скандалах, дедемняца пансара, скандал за скандалом, ноль реакции. Не хочу, только чуть не назвал там вашу коллегу, пропагандистку, которая этим всем занимается. Но все понимают, о чем я говорю. И я ушел в эту тему, потому что после 3,5 лет практически власти Санду, и уже почти скоро, там, 3 года этому ПАС, мы дошли до ситуации, когда не хочет никто на себя брать ответственность. Вот вы когда-нибудь в жизни совершали ошибки? Конечно. Да. Как вы считаете, правильно, как кошка, прятать там свои дела или признавать, делать выводы и нормально признавать двигаться? Признавать свои ошибки. Правильно? Это разумно, это по-человечески. Разумно, это по-человечески. А да. Политически, когда это происходит, это не то, что правильно, а это обязанность признавать свои ошибки. А теперь просто как моего коллегу вас спрашиваю. Вы слышали когда-то за последние 3 года, чтобы Санду сказала: «Я ошиблась вот в этом»? Ну вот неважно в каком. Ни разу такого не было. Я знаю, вы не имеете права отвечать. А как такой человек на таком посту, столько ошибок было сделано, а ни разу не замечает? Что-то тут непонятно. Или нет критического мышления, или играем в святошу, чтобы плохо закончиться. И для всего населения, когда мы делаем вид, что мы не замечаем. История с газом. Самая большая афера за всю историю Молдавии. Сейчас дойдем. Дойдем. Но я по очереди привожу примеры. История с газом. История с генеральным прокурором. История с истребленной системой защиты интересов граждан, с судьями, правозащитными органами в принципе. История с аэропортом. Что не было ни одной ошибки. А кто, может быть, Речан берет на себя ответственность за это? Не слышал. Хорошо, а кто отвечает за это? Группа офицеров СИБ? Ну да. И в итоге, господин Астолеп, первыми остаются Майя Санду и Игорь Дадон. Где они остаются? Новый опрос общественного мнения, проведенный компанией Дата, показывает, что в новый законодательный орган могут попасть, это про парламентский,
сейчас, потом и президентские, могут попасть как минимум 3 политические формирования. Из общего числа определившихся респондентов больше всего голосов наберет партия «Действие и солидарность» 37,8%, ПСРМ займет второе место 19,7%, а «Шанс» беглеца Илона Шора 19,1%. В то же время три другие политические формирования очень близки к избирательному порогу. Речь идет о партии бывшего премьера Кику 4,7%, ПКРМ тоже 4,7%, и партиду Ностру тоже 4,7%. Господин Насталев, вы верите опросам? Ну, смотря каким. Последние две были вот этот Айдата и был Интеллект Групп. Угу. Кстати, там этот опрос у Интеллект Групп, там были категории очень интересные. Давайте я вам зачитаю и нашим телезрителям. Вот, допустим, более 65% молдавских граждан характеризуют социальную ситуацию в стране как напряженную или неспокойную. 17% говорят, что все как обычно. И более 14% считают, что ситуация спокойная или мирная. В то же время респондентам было предложено сравнить текущую ситуацию в Республике Молдова с одним их из киножанров. Таким образом, фильмы ужасов, большинство респондентов, 42,2%, отнесли ситуацию в Республике Молдова к сценарию фильма ужасов. 24,3% сказали, что речь идет скорее о драме, а 21,5% сравнили ее с триллером. Еще 3,4% считают, что это комедия, 2,4% мелодрама и по 1% мюзикл или мультфильм. Mm-hmm. А с каким кинематографическим жанром вы бы сравнили ситуацию в Республике Молдова, господин Асталев? Фильмы для взрослых. Это же красивые фильмы. Ян Лесневский очень толковый парень. Я к нему отношусь с очень большим уважением и к его деятельности. И я абсолютно серьезно говорю, он на самом деле очень толковый, умный человек. И вот то, как он сделал, ну не он лично, я имею в виду. Под Интеллект-групп, компания, которую он возглавляет. Конечно, это очень такая популярная форма, чтобы людям, во-первых, было интересно в этом участвовать, во-вторых, оно дает общее представление, поэтому я приветствую, очень грамотно это он сделал. Я любитель пошутить, как известно, поэтому то, что я сказал, можно и как шутку, но на самом деле, чтобы я не сильно развивал, конечно, тему, то, что это зависит от фантазии, но просто что происходит с нашей страной, по сути, является субъектом такого цензурированного сюжета. Тот факт, сколько там процентов считают это фильмом ужасов? 42,2. То есть практически половина населения, да, то есть из тех опрашиваемых. Это абсолютно точно резонирует с тем, что я сказал вам в начале передачи, что потребность общества сегодня абсолютно во всех направлениях в изменениях, но она неоспорима. Я уже у ваших коллег говорил, что просто чтобы они задумались. Ну, кому Майя Санду нужна как президент? То есть, что она еще не показала? Бизнесменам? Ну, бизнес, он практически уже сдох. Практически. Осталось очень мало. Там это, как правило, какие-то либо приближенные к власти люди, либо направления, которые априори приносят там фармакологии, магазины питания и так далее. Но это 3-4 направления. Строительство, там еще что-то. Да? Это страна не может выжить за счет 3 направлений. Это абсурд. А что касается сельского хозяйства, не буду трогать. Все прекрасно знают, в каком это состоянии находится. Что касается рынка, сектора услуг. Услуг – это люди. Дети бегут уже с 15-16 лет. А так как эти дуралеи милитаризируют страну в абсолютно непонятном для большинства людей, и люди пугаются, то естественно, что все, у кого есть дети 16-17 лет, они слушать не хотят, они смотрят на этого носатого, на этого речана, все понятно. То есть никто ни единому слову не верит, что они рассказывают. Поэтому все, конечно, своих детей, даже те, кто 2 года назад не хотели бы, чтобы их дети отсюда уезжали, они будут отсюда убирать их, потому что эти люди представляют собой социальную опасность. Это... Кстати, депопуляция страны – это очень-очень серьезная проблема. Конечно. И не только я, мы все думаем, что журналисты, что
политики все должны говорить об этом проблеме. Да, но они не только говорят, они делают, все для того, чтобы побыстрее люди отсюда. Я вам популярно объясняю. Ведь это мы говорим, вот дети, которым сегодня 16 лет, когда я с вами разговариваю, мы не успеем оглянуться, им будет по 18. Но их родители сейчас, я в массе своей говорю, они думают, как они должны где-то в другом месте, но не здесь, они больше не связывают. Потому что когда ты смотришь на Носатого, что он несет и что он делает, ты понимаешь, что под угрозой. То есть это человек, не то, что нельзя верить этот представитель, человек реально представляет угрозу, так как не соображает связь между тем, что он говорит, что он делает, и то, что хотят люди. Это абсолютно разные вещи. То есть их там хотелки наверху, чтобы он там ездил на разные там мероприятия с умным видом, НАТО, они куда-то вступают. Ясно, это он. А вся остальная масса населения с кем воевать не хочет. И своих детей на убой никуда не собирается. А так как никакого доверия нет, естественно, люди выбирают, как обычно у нас, уже 20 лет, ну, спокойно, значит, эмиграцию, каждый выбирает себе страну. Но в таких условиях, о которых я сейчас говорю, о каком развитии экономики может идти речь, если молодежь сразу с 15 лет думает, куда и как. Если средний класс вот так вот на ключ все себе, потому что тоже никто, кто куда будет вкладывать, если эти покупают радары, всем рассылают повестки, разве это мышление людей, которые думают об экономике? Экономика может развиваться и бизнес, и деньги только когда есть, ну, какое-то личное, индивидуальное восприятие безопасности. Да? Безопасности не только физической, я имею в виду свои инвестиции. Кто будет рисковать сегодня миллионом евро, когда ты смотришь, что несет Носатый? Фу, это побыстрее отсюда его убрать. Вот какая реакция. Я имею в виду этот миллион, а не то, что еще сюда вкладывать. Слова, которые я сейчас говорю, очень легко проверяются. Но данными бюро статистики. Давайте мы проверим после короткой рекламной паузы. Мы вернемся в студию после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Вот мы вернулись в студию, продолжим наш разговор. Господин Асалепа, мы до рекламы говорили с вами про то, что депопуляция страны – это у нас очень серьезная проблема. Но политики или не считают нужным говорить и что-то делать в этой сфере, или не знаю, что происходит на самом деле. Как нам быть, как нам в конце концов решить эту проблему, потому что проблема, как я уже сказала, очень серьезная. Большинство из руководителей нашего государства никогда не занимались конкретным делом, и они не занимались никогда государственным делом. Поэтому их случайное попадание в политику, а все они без исключения случайные люди, все, никогда в жизни Майя Санду ни в результате ее действий, ни в результате ее каких-то лозунгов, я уверен, она не мечтала даже занимать не только должность президента, но и такую главенствующую роль, потому что вместе с отсутствием в нашем государстве на данный момент разделение властей, это можно сказать, что власть в одних руках находится, это абсолютная власть, у нас находится в руках случайных людей. Да? То есть это люди, которые ни в силу своих качеств, ни в силу своего авторитета, ни в силу опыта, они не обладают способностью руководить государством, что является проблемой даже для людей опытных, у которых жизненный опыт большой, у которых много было дел, реализации. Там. Даже в этих условиях у этих людей были бы проблемы. Эти люди случайно попали во власть. Они тут же начали ногами и руками нажимать на все возможные кнопки. Вот без того, чтобы понимать, какой результат от этих кнопок. Представьте себе самолет на земле, и вот туда запускаешь какого-то дилетанта, и он начинает нажимать просто хаотично на все кнопки. Пока самолет на земле, это один результат, а если в воздухе? Так вот, то, что с нашей страной происходит, это хаотичное нажимание на все кнопки, без того, чтобы они даже примерно себе представляли, к чему это приведет. Вот группы лиц, которые попали вот в кабину пилотов. И поэтому абсолютно естественно то состояние экономики, мы с вами шутили перед рекламной паузой, что те слова, которые я говорю, очень легко проверить результатами Национального бюро статистики. Вы заметьте, почему-то Евросоюз там хвалит что угодно у нас, а про экономику молчит. Упорно, по-партизански, Европейский Союз никогда ни слова не говорит про экономику. А что важнее всего в самом Евросоюзе? Вот что самое важное? Экономика. Они капиталисты. Причем, чтобы я так жил. Какие они капиталисты?
А почему у них главная экономика, а в Молдавии какие-то другие совершенно проблемы? Гибридные войны с кем-то, например. Почему так? Давайте у вас гибридные войны будут приоритетом, у нас будет экономика. А вот почему-то в случае с Молдавией приоритеты – это продать нам радары. А, например, послать нам 10 советников по экономике? Почему-то я об этом не слышу. А если они есть, давайте их послушаем. Только их нету. Или давайте пригласим их в студию, послушаем, какие успехи. Это очень странно, согласитесь. Это очень подозрительно, что когда среди всех вопросов, которые интересуют любого из ваших телезрителей, вот нет сегодня перед экраном, кто нас смотрит, человека, которого не интересует экономика и благосостояние, правильно? Всех интересует. Что мы слышим на эту тему? Хоть от Евросоюза, хоть от Санду. Что говорит Санду по поводу экономики, президент государства? Ноль. Сколько инициатив, как президент государства, за 3,5 года? Ноль. Что говорит премьер-министр государства на эту тему? Ничего. У них все разговоры про экономику – это гибридная война. Об этом покрываем все вопросы. Да. Но мы же разумные люди. Но мы же прекрасно понимаем, что этими словами они прикрывают абсолютную неспособность заниматься государством. Это абсолютно очевидно. Ну, им, естественно, повезло, что нет оппозиции. Практически нет прессы, неправительственной организации на их стороне. И у них есть все инструменты для того, чтобы валять дурака, как они захотят. Да? Но только как любой ресурс, опять же, законы физики, как любой ресурс на Земле, все имеет свой предел и истощение. Таким образом истощается человеческий ресурс, то есть все имеет свою... Я работаю с разными компаниями, у меня партнеры там, и у меня был недавно опыт с иностранцами, которые приехали и говорят, вот с такими большими глазами, говорит, у вас люди начинают стоить в плане услуг, да, дороже, чем у нас. Я очень громко рассмеялся, я говорю, а как вы хотели? А кто нам советовал вот все эти шаги конкретно, которые по налогообложению, по системе, как набирать людей на работу в государственные службы? Это же вы их назначаете, что я их, что ли, назначаю? Вы назначаете нам министров, это ваши министры, а не мои. Вы можете до них дозвониться, вы не можете, и я не могу дозвониться. Ни один министр, ну вы еще куда ни шло. А я точно нет, а любой посол может. Так это министры чьи, мои и ваши или их? Понятно, что их. Это нужно понимать, чья власть сегодня в стране. И я говорю абсолютно трезво. И говорю, когда вас не устраивают, потому что они их поражают, цены в Молдавии. Говорю, ну это же ваша работа, ребята. Ну Молдавия, это же вами колонизировано, правильно? Правильно, я говорю, что вы обижаетесь. То понимать, так а что, здесь уже нету вот этой рабочей силы, которая вот этот стереотип еще 15-летней давности. Это не только ответ нет, а уже и не будет. Потому что следующий этап, у нас никто на эту тему не говорит, то, что я сейчас скажу. Следующий этап, это будет завоз людей, ну, очень далеких от Молдавии с культурной точки зрения. Это уже начинается. Это еще никто не видит. Я эти процессы в силу своего занятия вынужден наблюдать. Сюда будут завозить трудящихся из очень далеких стран. И нужно понимать, что люди далекие, скажем, с культурной точки зрения, с религиозной, кстати, точки зрения, они будут не то что замещать, потому что в селах и в разных местах уже никого нет, да? То есть в какой-то момент это будет уже, там нужно привыкать и нужно осознавать, что вот эта вся политика, которую вели все эти года, ну, просто приведет к тому, что, ну, так называемого коренного населения здесь практически не останется, потому что все эмигрировали и собираются дальше эмигрировать. Ну, и Молдавия будет превращаться понемногу в то, этот процесс справедливости ради, он не только у нас. Завоз там людей из Азии, например, происходит в очень многих странах, и никакого секрета тут нет. Да, но люди наши тоже должны понимать, что у нас начинается этот процесс. И, как говорится, не обижайтесь, это реалии следующего дня. Может быть, кто-то из власти говорит на эту тему? Нет. Господин Астолеп, президентские выборы. Давайте остановимся чуть-чуть здесь еще. Кто из кандидатов может все-таки быть сюрпризом? И если диаспора, по-вашему, так же активно будет, как 4 года назад? Имена, которые, как вы назвали, могут быть сюрпризом, мне известны. То есть я их знаю. Но я говорил на одной передаче, что очень правильно, чтобы эти люди объявляли о своем участии сами.
Так, значит, что... сюрпризы будут все-таки. Ну, для кого как. В данном случае, если я знаю, какой для меня это сюрприз, или вы, если знаете, для большинства, может быть, какие-то имена будут неожиданными. Но я просто считаю, это не потому, что я кокетничаю, я просто считаю, что они должны объявлять, они как Дадон вылез, и хотя его никто не делегировал, никто ему таких прав не давал, он начинает говорить о третьем человеке, что вот он... Вот может так, может это. То есть таким образом он что делает? Он пытается дискредитировать других кандидатов, да, как будто эти люди исходят от него, хотя ему таких прав никто не дает. Это мелкий политический трюк мошенника, как и многие другие, которые он делает. Но вот я вам просто показываю на примере, как они это делают. Поэтому правильно, чтобы любой человек, который собирается заниматься политикой, говорил об этом сам. Вот после того, как они объявят, я, пожалуйста, в моем скромном качестве готов обсудить это. Да, будут такие имена, которые до сих пор, скажем, не фигурируют официально в этих списках. Могут ли они быть? Я в самом начале передачи сказал, что есть весь джентльменский набор для того, чтобы президентом стал другой человек. Антирейтинг Санду, потребность людей в изменении курса. Нет ничего, что Санду может предложить из того, что она не показала за последние 3,5 года. Вот как выглядит ее программа, которая она говорит, вот мне не хватило 4 года сделать что? Вот, а теперь я буду с кем? Она будет делать что-то новое, что мы не видели со спину. Она будет делать что-то новое с Гросу. Она будет делать что-то новое с Алайбой. Это будет одно и то же. Да? Зачем нам продолжать этот ад тогда? Вот мой вопрос как гражданин. Естественно, что есть потребность в других людях. Насколько шансы в ракурсе вашего вопроса? Ну, я считаю, что есть очень много шансов. Очень, на самом деле, шанс, чтобы был, во-первых, человек, который мог бы выиграть из первого тура у нее. На самый худой конец. Во втором, почему? Потому что во втором традиционно для Молдавии будет не за, а против. То есть, если будет второй тур, у Санду еще больше проблем, чем в первом, потому что просто массово все соединятся против нее. Поэтому шансов очень много. Но, многие знаете, говорят, что Дадон очень удобный кандидат во втором туре для Майя Санду. Я думаю, что Дадон с политической точки зрения, чтобы неправильно кто-то не понял, не дай бог, именно с политической точки зрения, я думаю, что он до выборов не дойдет. С политической точки зрения. Я не раз это говорил, не намекаю, говорю открытым текстом. Если Дадон сунется, значит, опять я располагаю информацию, что тогда люди узнают намного больше о его деятельности, чем до сих пор. Вот. И я думаю, что тогда, когда это все увидят или он сам, то, скорее всего, он уже не так будет себя вести и скажет, что он согласен посидеть на где-нибудь запасной скамеечке, где, собственно говоря, его место. Вот. Но это мое мнение. Теперь, так как вы спросили, я отвечаю, что я не думаю, что он и дойдет. Других кандидатов, да, есть довольно много шансов. Мы это поближе увидим, где-то к июлю все это начнется. Я думал, конечно, чуть раньше. Но видите, все партизанят из-за такого опасения, что с ними. Я, конечно, против, но я не участвую в политике, поэтому мне кто-то может сказать, что тебе легко говорить. Я считаю, что все эти люди могли бы быть более активными. К моменту, когда выйдет наша с вами передача, вот когда мы с вами разговариваем, я думаю, что произойдут кое-какие события, вот, которые будут связаны с, вот, с вопросом, который я только что обсудил, и мы посмотрим, как они закончатся. Я не туманно говорю, просто это будет, скорее всего, просто я говорю сейчас о будущем, когда будут люди смотреть, это будет прошлое, поэтому так звучит чуть-чуть. Должно быть так, некое мероприятие, которое покажет состояние дел по центру и по левому флангу, вот к моменту, когда выйдет эта передача. Ну, в подтверждение моих слов, скажем так. Да? Хорошо, да. Тогда ждем этого. Да. И эвенимента, так сказать. Да, я не ответил вам по поводу диаспоры. По поводу я диаспоры, думаю, что да, диаспора будет, но она будет активна, но не в ту сторону, которая ожидает ПАС. В диаспоре такое же разочарование, как и здесь, потому что не вся диаспора уехала. И в плане, я имею в виду, вся диаспора, я имею в виду, не вместе с родителями, детьми и так далее. То есть есть часть, которая там, за рубежом, а есть часть их родственников здесь. Я это имел в виду, когда сказал, не вся полностью она там уехала. И, конечно же, они общаются. И, конечно, они видят, что они платят и присылают денег намного больше, а получают намного меньше. И они понимают, что в гибридной войне, выдуманной их и в их голове, которые они даже не могут объяснить, что это такое, это не самая главная проблема, а бестолковость и некомпетентность. И, конечно же, я думаю, что они будут очень активны, но в другую сторону.
Кстати, про эти денежные переводы. Вот наш переход экономики к онлайн-платежам. Мы все видим, что вот власти продвигают этот механизм, а те, кто не считают, нужно декларировать свои деньги, заработанные за рубежом, ждут санкций. Вот насколько мы еще будем зависеть, как страна, от денежных переводов, от этих наличных денежных переводов? Как вы думаете, как быть простым людям в этом механизме? Ну, у нас очень большой дефицит бюджета. Сейчас не могу назвать точные цифры, но очень большой. Речь идет о миллиардах, и которые покрываются, в принципе, за счет этих своеобразных там переводов. Но депопуляция, которая идет на... Я хочу сказать, что даже если в следующем году власть поменяется радикально, что я имею в виду? Я уверен, что в следующем году ПАС окончательно потеряет власть. Я думаю, что все эти тоже прекрасно это понимают. То есть у нее не будет большинства. Посмотрим, войдет ли она в парламент. Но если войдет, то миноритарно. И следующая власть в Молдавии, люди должны понимать, следующий парламент – это впервые в истории парламент очень многих фракций. Очень многих. Их будет больше 5. Что это означает? Да. Что это означает на практике? Это означает, что любой закон на любую тему, он будет требовать столько усилий и, к сожалению, скорее всего, столько денег, что, я же говорю открытым текстом, я человек реальный, большинство из этих фракций будут просто меняться законами, чтобы дать тебе твой голос за твой закон, тебе надо будет за другой. Или это будет иметь и финансовый аспект в том числе. И я думаю, что в следующем году Молдавия войдет в такую стагнацию с точки зрения многих законов, потому что вот что наши политики точно не умеют делать, это договариваться. Даже когда были более серьезные ребята, чем сегодняшние, там лет 8-9 назад, вы помните все эти альянсы? Да. Вы помните, сколько времени им занимало там месяцами только какое-то одно сообщение там выдать? И вот в этом смысле, конечно, следующий парламент, я отвечаю так на ваш вопрос, многие вещи будут законсервированы, и очень сложно будут продавливаться законы, вообще, любые. Также власть будет разделена между 5-6 группами. Это неплохо для демократии, потому что наконец-то опять заживет какая-то политическая жизнь, когда есть разные группы, они друг другу не разрешают там сходить с ума, они друг друга пытаются сдерживать, но с точки зрения, все еще отвечаю на ваш вопрос, но с точки зрения экономики, чтобы остановить вот этот процесс деградации на огромной скорости, которая несется, разрушение просто всей нашей экономики, не просто чтобы, вот просто чтобы это остановить, это нужны такие серьезные силы, что я их в публичном пространстве не наблюдаю. А если даже бы, если бы они появились каким-то чудом, то выборы следующего года, о которых я так подробно говорил, вот тот инструмент, такой тяжелый вот корабль, который еле-еле будет двигаться из 5-6 фигур, вы себе представляете, вот любой закон, вот самый, ну, самый примитивный, самый элементарный, нужно будет, чтобы он прошел через 6 руководителей партии. У каждого будут свои интересы. Все будут вспоминать ПАС, что чудили 4 года. ПАС сейчас вот, они... хвалебно вот эти там из СППС, там эти вот решалы в кавычках, вот поближе так к Санду, это не из главных источников вот по Кишиневу, если вы все слухи хотите слышать, так это надо вот СППС, сами распространитель такой, они рассказывают, кто, когда, что, где, как, вот это дурачье там такое. Значит, вот они говорят, мы еще на 4 года 100%, потому что у нас будет альянс с социалистами, и у нас гарантировано, ну, мы там что-то отдадим, но основные не отдадим, и вот мы будем дальше решать. Вот. У них настолько примитивное представление вообще о реалиях вокруг, вот такие решальщики, что они себе представляют политическую жизнь Молдавии только через призму вот личных интересов. Останется ли на своей должности вот тот, который ему нужен там, тот прокурор, тот полицейский, тот судья, а все остальное... Вот все остальное в их узком мировоззрении, вообще все равно. Это главное, чтобы они себе
проблемы решали, вот они там ходили с этим Гроссу стрелять в бульбаку, шлангомет это, да, все видели фотографии, вот они обохвалятся, фотографии показывают, как они с Гроссу на бульбаке стреляют. Это так смешно смотреть эти фотографии, как они этим хвалятся. Во-первых, эти фотографии попадают в разные посольства, которые крутят у виска. Это реально смешно, чем занимаются эти люди. Во-вторых, что они сами про себя это распространяют. Они сами себя снимают, сами эти фотографии распространяют. И вот уровень вот этого инфантилизма в то время, как вот молодежь уезжает массово, никакой перспективы. С университетами вы уже слышали, да? То есть нам желательно один университет, внимание, цитирую, «Ын ареалул романеск». Нужен один университет, заявляет министр образования. Речь идет о государственном университете, техническом университете. Они хотят как-то... Да, но добавляется университати ин ареалу романеск. Какое имеет отношение государственный институт Молдовы к ареалу романеск? И вот они когда это говорят, вы понимаете, что это свои личные хотелки, восприятие этого мира, то есть как вот индивидуальное. Они не понимают, что они находятся у руля государства, где есть люди совершенно разных взглядов, совершенно иногда щепетильных вещей, которые мы должны, так как мы полинациональное государство, мы должны быть очень осторожными со всеми этими индивидуальными, да, вопросами. Вот они так нагло распоряжаются государственным имуществом. Помните, нам рассказывали, как важно будет, как вот это вот с этим, когда был ликвидирован институт или университет спорта, как он там назывался? Университет, да. И говорили, что вот увидите в Афиефиче. Что там слышно про это? Кто там помнит? Какие там результаты? Вот то же самое, то есть, по сути, идет ликвидация и образования, и идет ликвидация государственных институтов. Вообще, я бы не хотел вашу передачу сегодня, получается, как будто я, знаете, взял такой топор и опять по всем этим наношу какие-то удары виртуальные такие, по всем этим фигурам. Дело в том, что все, что я говорю, это, по сути, то, о чем мы все говорим с вами. И все это прекрасно уже понятно. То есть, в этом не надо никого убеждать. Другая проблема, что следующий шаг вот нашего государственного такого мышления, это будет на выборах, это что все, что мы можем дать лучшее, вот все, что мы можем родить как общество, вот будет 5-6 партий, которые пройдут в этот парламент. Я вам просто расписал, может быть, я ошибаюсь, вот свою точку зрения, что когда будет 5-6 партий, которые будут решать, то мы чуть-чуть избавимся, не чуть-чуть, но мы избавимся от ПАС, это правда, вот этого инфантилизма. Но мы войдем, это люди четко должны понимать, что мы никак не входим вот в перспективе, мы не входим в какую-то зону ну, намного лучше, предсказуемости и так далее. Поэтому, чтобы закончить этот пассаж уже... Другими словами, ничего не будет меняться, да, господин Асалев? Ну, радикально нет. И я хочу заверить также тех, кто так истерично говорит о Санду, что математически мы же разумные люди, давайте допустим математически, что Санду еще раз остается на один срок, так, чисто математически. Но у нее будет ровно 3 месяца, потому что после этого идут парламентские, которые ПАС проигрывают. В таком случае должность президента Санду, ну, она будет на уровне, не хочу сравнивать, чтобы никого обижать. Да, вы понимаете, да? То есть она просто ничего не может сделать. Она сейчас не сделала, когда у нее была абсолютно вся власть. Что она тогда сможет сделать, если парламент ей не подчиняется, премьер-министр будет совершенно из других кругов, да? То есть нужно понимать, что в принципе эра, я, конечно, преувеличил, время Майи Санду, оно закончилось. Ничего нового этот человек нам уже в нашей политической жизни дать не может. Даже еще раз повторюсь, даже еще раз она выиграет. Она априори ничего не может нового дать. Но это я назвал больше математически, потому что в реальности, смотрите, предвыборная кампания еще не началась, а у нее уже самый большой антирейтинг. А когда начнется, это неминуемо. К сожалению, это специфика молдавских выборов, что молдавские правоохранительные органы и государственные структуры начинают бредить. И начинают иногда делать, ну, такие глупости, которые даже никто не заказывал. Да? То есть будет куча ошибок. Но все это будет, естественно, ассоциироваться с этой властью. И понятно, что антирейтинг будет расти.
Господин Остолеп, годовой отчет Госдепартамента США по правам человека в Молдове высветил проблемы системной коррупции. Цитирую. Хотя правительство предприняло шаги по борьбе с коррупцией, повышению независимости судебной власти и потенциала антикоррупционных органов, коррупция осталась эндемической. Коррупция в судебной системе и других государственных структурах была широко распространена. В отчете утверждается, что независимость судебной власти остается серьезной проблемой из-за коррупции и избирательного правосудия, когда закон не применяется одинаково ко всем и часто применяется выборочно по политическим причинам, говорится в отчете. Вот, господин Остолеп, Freedom House, Amnesty International, Государственный департамент США, они все делают практически одни и те же выводы. Вот у нас нарушаются права человека и меньшинств, нарушается свобода выражения мнения, а коррупция на удачу у нас, так как сказали в этот рапорт, эндемическая она осталась. Какие сигналы посылают нам эти документы, господин Остолеп? Первое, что я бы хотел увидеть, это кто берет на себя ответственность за положении дел, который уже говорит не Остолеп, а не какая-нибудь оппозиция, да, а вот партнеры по развитию ПАС. Заметьте, как я элегантно сказал. Не страны, а ПАС. Кто взял на себя ответственность? Это же официальный документ, официальное заявление, правильно? Кто, вот, например, из того, что я там слышу, вот я вспоминаю, что премьер-министр Ричан сказал, что коррупции в Молдове на высшем уровне больше нет. Он сказал, большой коррупции, да? Нет. С одной стороны, это говорит Ричан, а с другой, вот мне кого слушать? И их партнеров или Ричана? Черт тебя знает. Какая была реакция у Ричана на это? Он же премьер-министр. Вот это все, что вы прочитали, это результат деятельности премьер-министра Ричана. Что он сказал? Или этот, который заботится о том, что мы читаем и смотрим? Ты же ничего не слышал, пресс-секретарь правительства. Он заботится о том, что я смотрю и читаю. А вот это его не интересует, результат его деятельности. Я когда сказал «я», имею в виду, он по поводу граждан, он сказал, ну, не батинг кап, где санитарии, что-то там такое. Третий вопрос, который я задавал чуть раньше. Министр юстиции что сказал на эту тему? А ведь мы говорим здесь о политике, о законах, о системе. Кто, вот имя, фамилию, беру ручку, бумагу и пишу, кто у нас взял ответственность вообще за весь бардак, связанный с ветингом, приветингом и вот этим всем, то есть приведший в итоге к коллапсу. Генерального прокурора до сих пор нет, судьи все уходят, никакой предсказуемости, когда и как это закончится, нету. Справедливый вопрос. Как зовут человека, который отвечает за всю эту кучу? Ну, ее кто-то же сделал. Как зовут? Кто? На кого? Майя Санду делает вид, что она ни при чем. А, да? Может быть, Ричан, но Ричан тоже делает вид, что ни при чем. Гроссу. И вот это политика самоустранения. То есть они с флажками ходят там. Почему-то они ходят с флажками Молдовы, с цветами наоборот. Заметили? Вот они ходили сейчас, цвета нашего флага наоборот. Они ходят с ними, размахивают. Они фотографируются постоянно с детьми. Почему-то сейчас, что случилось, что они постоянно не слезают. Хотя в наших законах четко прописано, что не рекомендуется, что мы сказать, запрещается вовлечение детей в политику. Остались там животные, собачки, спасти какую-нибудь кошечку. И, как обычно, все, что было 15 лет назад, 20 лет назад, весь стандартный набор. Вот эти документы, которые вы сегодня цитировали, нет ни единого человека, который за это отвечает. Но, возвращаясь к первой части передачи, зато выходят пропагандисты и рассказывают нам про двух офицеров СИБ, которые говорят, вот они мешали, вот и т.д. И мы все должны так призадуматься, да, двое офицеров СИБ, потому что так говорит пропагандист власти, то есть Санду здесь нет, Гроссу нет, это все это люди, которые... Нами, оказывается, все это время руководило два офицера СИБ. Вот все это время. И это нам на полном серьезе рассказывают пропагандисты на, кстати, иностранные деньги. И потому что там этот проект финансируется за рубежа, и прокуроры сидят, слушают, а потом встают и говорят, ну ведь то, что вы говорите, это ложь. Они говорят, хорошо, но это не считается. Вот это фантасмагория. Вот я все ее описал, как оно происходит. Никак не отвечает на вопрос, кто берет на себя политическую ответственность. Потому что документ, который вы прочитали, означает одно. Полный провал. Преступная самонадеянность и, естественно, некомпетентность. Но после того, что мы это все поняли,
кто-то должен сказать, хорошо, мы услышали, а теперь мы будем делать это. Но так как они берут на себя первую часть, то тогда они не могут взять на вторую. То, что означает, извините меня, что ничего меняться никто не собирается. Они будут делать вид, как в других случаях, что ничего не произошло. Как они сказали, «Дичизили консилию Европе, комитет для Венеции, а у характер де рекомандари». То есть хочу, не хочу. Я сколько себя помню, мне казалось, что стандарты Совета Европы – это нечто святое для тех, кто собираются, как они говорят, интегрироваться. Это не титул де рекомандари, это означает, что либо ты соответствуешь этим стандартам или нет. А если начинается это «хочу» и «не хочу», то это уже доходим вот до ситуации, в которой мы находимся. Конечно, справедливый вопрос, почему именно сейчас, так неожиданно, я думаю, даже для самого ПАС, появились эти документы, которые полностью истребляют политические Речина и Санду. Но вы видите, как безграмотно даже пользуется так называемая оппозиция этим. Никто этот документ, если вы не спросили, ну, я в публичном пространстве мало людей слышал, кто говорил бы про это. Почему оппозиция такая активная? Они слабые, просто слабые, они не бойцы. Просто очень простое объяснение. Они не бойцы. Просто такое же бывает, что вот есть ребята от природы, лидеры, авторитеты. Это чувствуется, это же видно сразу. А есть... А у нас в обществе есть такие лидеры? Сейчас, я уже на данный много момент. Раз говорил, ну, Владимир Николаевич Воронин, неоспоримый авторитет государственник у нас. Значит, справа я вообще никого не вижу, и, конечно, для меня это парадоксально. Они, с одной стороны, говорят, что большинство людей, они так говорят, что большинство людей сторонники евроинтеграции, но почему-то, если большинство, это означает больше половины, 60% населения, да, и они не в состоянии генерировать лидеров. Это очень странно. Это прямо очень странно. То же самое, как я уже со смехом, это я сейчас со смехом говорю, когда начинают там эти вот песни про унионисты, растет количество унионистов. Это как зовут лидера унионистов в нашей стране? Имя, фамилия? А, нет такого. Так что вы мне рассказываете тогда, что тут это растет? То растет. Куда растет? Ни одной унионистской партии нету, и никакого лидера нет. Так, покричать, это вот, да, но мы не говорим о том, что это реальное волеизъявление. И то, что на правом фланге так много, так сказать, европейцев, но которые занимаются просто массажем самой власти, чтобы их допустили. С ними там пару раз встретили за круглым столом, чтобы они там что-то подписали, их пригласили в посольство, чтобы они там разглагольствовали, вот, покритиковали Россию. Это же очень сильно меняет ситуацию. Мы с вами полпередачи сегодня, если будем говорить «Россия, Россия, Россия», то сразу история с аэропортом куда-то пропадет, коррупция пропадет. Главное повторять «Россия», да? И вот столько времени, сколько одна часть оппозиции занимается этим, а другой просто нету, а ее нету, ну, в чем выражается их деятельность? Да ни в чем. Ну, понятно, что и эта власть, и любая, она может делать все, что хочет. Господин Асталев, вот вы критикуете центральные власти, но есть что-то в правлении правящей ПДС, за что можно их похвалить? Но у нас минута до рекламы. Я сейчас не со злостью говорю, я же разумный человек, я живу в этой стране. Я бы очень хотел, я же не какой-то человек неадекватный, который лишь бы там кого-то критиковать. Напомню, что когда ПАС пришли к власти, я полгода вообще ни слова про них не сказал, вообще. Потому что я присматривался, людям нужно время, ну, посмотреть. Хотя там первые кадровые назначения были странные, вот. Но я говорю, ну вдруг там. Все, я начал делать какие-то выводы после полугода, когда стало понятно, до чего они сейчас дошли. Я помню, что осталось 30 секунд. К сожалению, у меня нет ни одного направления, где я мог сказать, что да, вот тут я понимаю. Давайте мы вернемся в студию после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию, продолжаем наш разговор. Господин Асталев. Глава компании «Лагардер», которая участвовала в тендере в аэропорту, уходит в отставку. Арно Лагардер, глава одноименной группы, отказался от своих руководящих полномочий, в том числе от должности гендиректора, после того, как ему было предъявлено обвинение в финансировании личных расходов со счетов его компании. Напоминаем, что «Лагардер» стала единственной компанией, которая была зарегистрирована на аукционе по аренде коммерческих площадей в Международном аэропорту Кишинева. Предыдущий аукцион был отменен из-за отсутствия необходимых документов для начала следующего этапа. Господин Асталев, вот уже не смешно, что происходит там в аэропорту, если честно. Люди спрашивают тебя уже,
что на самом деле в аэропорту происходит. Люди тебя спрашивают, а Майя Санду нет. Люди тебя спрашивают, а Дорин Ричан нет. И Гроссу тоже не спрашивают. Им все понятно. Что а вы говорите, понятно? Что, а вы говорите, что не смешно. Очень смешно. Они делают, как умеют. И у них получается вот то, что мы видим на глазах. Эта ситуация, я, по-моему, даже у вас эта передача, когда мы в прошлый раз видели, я вам сказал, что у меня претензии, ну, что делает власть, это понятно, но к самой этой французской компании. Потому что я имею дело с западными компаниями совершенно разного калибра. И мне известен, скажем, почерк поведения больших компаний. Они очень внимательно относятся к своему престижу имени и в каких условиях, и что они выигрывают, и как. Это очень важно. И то, как эта компания с самого начала здесь стала спотыкаться, начиная от какого-то адреса, в каком-то общежитии или где-то, заканчивая этой абсолютно непредсказуемой и нетранспарентной процедурой, которую то с пыну виделся, то нет, то власть никогда не встречалась, то потом нам показывают доказательства, что встречались, то сами и представители французской компании говорит, кто из политиков приглашал. То есть все это с самого начала имело, ну, характер такой опереточный. Все это было очень несерьезно. И для меня абсолютно было предсказуемо и другое, что эта компания заходит такими методами на очень короткое время, потому что любая другая власть, любая, она уже скоро, она вон за углом. Они, почему ПАС, когда пришел, то они могут беспределить и делать, что хотят, а другие не могут. Еще как могут? И те следующие, которые придут, скажут, а теперь разберемся, что вы тут делаете. К сожалению, этот бедный молдавский аэропорт, я думаю, минимум лет 10, его будут во все стороны абсолютно бросать, потому что вот это беззаконие вокруг этого объекта, которое себе позволяет любая власть, которая приходит, она тут же начинает вокруг. Я понимаю, почему это актив, там есть деньги. Очень много вопросов, да, очень много вопросов финансовых, завязанных на это все. Кстати, интересно, что ни одно журналистское расследование никогда не происходит на тему, а что все вцепились в этот аэропорт? Чтобы взять там, например, расписать, а что все вцепились, и показать все денежные потоки, начиная от контрабанды и заканчивая, ну, другими финансовыми вопросами. Почему еще 10 лет назад сюда и 5 лет назад еще летало, можно было летать в 25-30 городов, все работало как часы? Сейчас там 3 направления, и все непонятно, все непрозрачно, все по безумным деньгам, и все в таком, значит, что-то здесь кроется, есть какие-то интересы. Но обратите внимание, что ни одно из иностранных там неправительственных организаций, я говорю иностранные, потому что они же не финансируются нами, значит, никогда не интересуется вот таким вопросом. Ведь это стратегический объект, было бы интересно, что за возня такая вокруг этого вопроса. Так вот, к сожалению, этот аэропорт будет трясти много лет, потому что беззаконие вокруг разных процессов, которые никто не забывает, все это тщательно фиксируется. Заметьте, недавно же была и ситуация, когда руководитель аэропорта, назначенный самим же ПАСом, раз и сквозанул. Он сказал, я не хочу с этим иметь ничего общего. Значит, ему там предлагали какие-то вещи, которые он понимал, за это придется нести ответственность. Молодец. Многие, наверное, не хотят этого понимать. И вот эта компания себя, конечно, на мой взгляд, сильно опозорила в глазах и наших людей. Но даже если бы она вошла в какой-то момент, мы же не знаем, кстати, чем закончится. Есть такие, которые упираются, вот рогами заходят в забор, да, потом они этот забор забирают рогами и ходят с ним. Это долго. Есть такие политики. И я вижу, что эта компания, хотя давно уже было 100 сигналов, что пора заканчивать с этим. Это не чистый, ненормальный, нетранспарентный бизнес. Нет, они все-таки дальше это вот продолжают. Господин Астолеп, феномен Влада Плахотнюка, он еще вернется в молдавскую политику? Но у нас феномен очень... или Влад Георгиевич? Или Влад Георгиевич, как вам нравится, так будем его назвать. Нет, так это разные вопросы, если вернется Влад Георгиевич или феномен Влад Георгиевич. Давайте, и феномен, и Влад Георгиевич. Я не знаю, конечно, личные планы господина Плахотнюка. Это, я думаю, мало людей, кто знает, хотя он оставил большой след в молдавской истории. Потому что сколько лет прошло уже? 5 лет прошло, а 90% любых событий так или иначе возвращаются к Шоре Плахотнюк. Да, вы себе представляете, это, кстати, вопрос серьезной психологии политической. Это какая любовь
подсознательное у большинства сегодняшних политиков, что они, во-первых, так или иначе завязаны на этом человеке, большинство из них. И 80% из тех, кого вы видите, которые с ним борются, бывало у него в кабинете лично. И еще какие там они вот, как они себя там вели, как они елейничали. Значит, есть еще один элемент такой, я когда ехал к вам на передачу, это произошло кое-что событие, я просто вспоминал наши правоохранительные органы. Ведь это же очень важно, вот поколение людей проработал там в органах уголовного розыска, например, 20 лет. Следующий, ты воспитываешь следующее поколение. Вот они уважительно друг к другу относятся, передаешь там знания, да? В нашей стране это носит вот такой характер. Вот сегодня он стоит по стойке смирно, да он колонялся, трагедит, статреспект, вот это просто течет там у него из ушей. Раз что-то произошло, вот на минуточку, это просто там, либо политика, или что-то, все, голову в другую сторону, да, щиной на штим. К сожалению, это так, господин Столеп. Вот. То есть, а я не зря затрагиваю этот вопрос. Про человечность вообще молчу, про человеческую порядочность элементарную, да. Сколько из сегодняшних борющихся с господином Ковкалюком сегодня? Отмотать 3 года назад или 4, сколько там, и посмотреть на них, как они себя вели тогда. Ну вот. Я что-то говорю нечестное, неправдивое. Я как себя вел тогда, так веду и сейчас. И как здороваюсь с вами на улице, так могу в любом другом месте. А вот это вот перевертыши вот эти вот, да, за ночь. И сегодня они строят, кто-то респект, а завтра уже голову в другую сторону, знать не зная, да щину, этот штим. То есть и потом меняется, и опять то же самое. Вот в этих условиях, которые я описал, наших вот этих политических молдавских реалий, разве может вырасти что-то здоровое? Ну, конечно, нет. Нет. А я вам об этом рассказываю, потому что культивируют эту атмосферу. Быт определяет сознание, раз. А второе, это культивируют сами политики. Потому что если то, те, кто нами руководят, они бы вели бы себя, в первую очередь, цивилизованно, по-взрослому, по-государственному, они бы такое не терпели. Потому что они понимают, что все временно, завтра уже другая власть. И в этих условиях, я понимаю, что вы хотите сказать, мы закрываем. Люди, которые нас смотрят, должны понимать, что политики – это наше с вами выражение. Пока мы не будем рожать новых, ничего не изменится. Но когда это будет, господин Столеп? Спасибо, что вы согласились прийти к нам в студию. Спасибо. Ждем еще. Вы смотрели передачу «Шапки Зили». Я Радика Кравченко, и мы встретимся с вами завтра в этой же студии, но с новыми гостями. Для тех, кто поздно включился, напоминаю, посмотреть все передачи «Шапки Зили» в повторе можно на YouTube, на странице нашего телеканала или на странице Facebook «Шапки Зили». До свидания.